Доброго дня, уважаемые коллеги. С вами консультант решений Верный РФ Сергей Маслехин. Сегодня я расскажу о таком объекте инфраструктуры, как научно-производственный центр или научно-технический центр, НПЦ, НТЦ, беспилотных авиационных систем. И, собственно говоря, вы узнаете, чем эта структура НПЦ-БАС в аббревиатуре отличается, скажем так, от набора кружков авиамодельного, аэродинамического, электроники, робототехники, там, я не знаю, какого-нибудь Ардуино или что-нибудь в этом роде, а также, допустим, там прототипирование, аддитивки, 3D-технологии, все это вместе, да. То есть, если мы говорим про аккредитованную вот эту самую структуру, которой государство предъявляет определенные требования, да, потому что оно выдает деньги. По-другому скажу, если вы хотите получить денежные средства на создание такого научно-производственного центра баз беспилотников, да, вот, то, соответственно, надо пройти аккредитацию и соответствовать определенным требованиям. Вот об этих требованиях мы сегодня с вами и поговорим. Да. Так, значит, как известно, регламентирующий документ у нас с вами пока один. Это приказ Минпромторга 2201. Легко найти его в справочной системе, да. Согласно этому требованию, научно-производственный центр – это некая технологическая инфраструктура, да. Еще регулируется законом о промышленной политике. Цель его, чтобы в стенах этого самого НПЦ-БАС разрабатывались, испытывались, сертифицировались, серийно производились и выводились на рынок беспилотной авиационной системы. Вот и все. Да. Значит, цель его основное создание. Соответственно, эта структура должна быть обеспечена зданиями, строениями, сооружениями. Ну и по там, приблизительным подсчетам сделана такая отсечка минимальная, не менее 2500 квадратных метров должна быть такая штука. Соответственно, статус его присваивает Минпромторг, соответственно, надо аккредитоваться по приказу 2201. Итак, что же по приказу 2201 требуется? То есть, как минимум, из четырех существующих типов инфраструктуры, или там, скажем так, центров, объектов, да, научно-производственного центра испытаний компетенций в области беспилотных авиационных систем, у вас должно присутствовать хотя бы два из четырех тех, которые выделяет Минпромторг. Да. Минпромторг выделяет следующее. Лабораторный исследовательский комплекс, или ЛИК, летно-испытательный центр, или ЛИЦ, центр коллективного пользования ЦКП, и иные объекты технологической инфраструктуры. Да. Если первые три по названию, собственно говоря, понятны, раскрывают, но мы еще подробно разберем, то иные объекты технологической инфраструктуры должны служить следующим четырем задачам. Подготовка кадров для отрасли беспилотников, соревновательные конкурсные мероприятия, региональные отраслевые форумы, выставки, ну и помощь резидентам для получения различных мер поддержки в рамках нацпроекта беспилотной авиационной системы. Да. Это и консалтинг, сертификация, сопровождение, патентование, и защита, юридические услуги и так далее, ну и понятно, что инжиниринговые, технологические, маркетинговые, финансовые и меры поддержки, финансовые, налоговые и так далее. Итак, мы сейчас будем подробно разбирать эти самые четыре объекта. Да? Вот, я буду последовательно по слайдикам идти, да. Соответственно, вот эти слайдики, сразу скажу, эти все фотографии сгенерировали нейросетка, чтобы нам не нарушать, не делать, так сказать, конфликт интересов и не нарушать конфиденциальность информации наших клиентов, да, мы картинки конкретных их проектов выкладывать не будем, мы просто сгенерили в нейросетке шедевр, да, шедевр. Вот, потому что у нас такое правило, мы никому не продаем и не передаем результаты, ну, конфиденциальную информацию наших клиентов, а также их документацию, да. Вот, а когда нам приходится часть документации, разработанной для наших клиентов, передавать органам исполнительной власти или там, путем участия в каких-то заявках, мы их, скажем так, рафинируем. То есть все существенное, все критичное, чувствительное, щепетильное, да, конфиденциальное, все, что хранится в производственном секрете в режиме ноу-хау или в режиме коммерческой тайны, естественно, это ничего в конкурсную документацию, передаваемую органам власти, не передается, потому что это никаких гарантий, где это вообще может всплыть. Да? Вот, соответственно, а вот уже информация, которая появляется в ходе нашей работы с клиентами, она, естественно, никуда никому не передается. Поэтому, ну, вот еще одна из причин, по которой к нам обращаются наши клиенты, они уверены, что наша информация, мы не торгуем информацией наших клиентов, и она нигде не всплывет. Так вот,
Значит, с чего мы начнем последовательно? Ну, допустим, первое, мер поддержки. Офисы, консультационные центры для работы с резидентами. Ну, речь сейчас идет не о технической поддержке, не о лабораторной, не о летной, не исследовательской, да. Та-то поддержка, она осуществляется в рамках вот этих перечисленных центров, да, трех лиц, ЦКП, ЛИК. Вот. А меры поддержки в части юридической, маркетинга, финансовой, кадровой, инфраструктурной, IT-поддержки, может быть, да, вот, базы сведений о грантах, субсидиях, оборудование для ведения переговоров, да, сотрудники-консультанты, например, такие, как мы, по вопросам финансирования и поддержки, юристы для помощи в оформлении документов, да, вот, потом, допустим, привлекают нас для закрытия аутсорсингом определенных отсутствующих компетенций в части документального оформления НИОКР, в части оценки РИД, результатов интеллектуальной деятельности, юридическая поддержка создания объектов интеллектуальной собственности, патентование, например, да, там разного рода свидетельства на ПО и ВМ, на программно-аппаратный комплекс, на электронику, аппаратуру, включение в реестр российскости, да, ну, то есть в реестр продукции, произведенной на территории РФ, 719 постановление, или там бывшее 878, электроника или телекоммуникации, да. Вот, соответственно, оценка уровня готовности УГТ или ТРЛ, который используется для получения мер поддержки в конкурсах. Да? Вот, соответственно, что еще? Юридическая поддержка, бухгалтерская поддержка, сопровождение в конкурсах на получение субсидий, сопровождение в процедурах на получение налоговых льгот, разного рода аккредитации, внести ПО в реестр Минцифры российского ПО, аккредитовать IT-компанию при Минцифре, внести, как уже сказал, продукцию в реестр продукции, произведенной на территории РФ, аккредитовать дизайн-центр электроники, аккредитовать центр инжиниринга, допустим, там при Минпроме, да, получить субсидию на НИОКР, получить субсидию на, ну, допустим, на те же самые пилотные партии беспилотников, да, тавтология такая получается. Пилотные имеется в виду тестовые, да, которые проходят тестирование, это еще опытно-промышленная эксплуатация. Вот. Потом, значит, получить льготные займы или льготные лизинги на оборудование для беспилотников, или, например, да, вот, или на сами беспилотники. Что еще здесь может быть? Про налоговые льготы уже упомянули. Гранты на НИОКР, например, там по линии фонда поддержки или Минцифры, Сколково, РФРИЦ, ПИ, Бортник и так далее, и так далее. Помощь в проведении анализа рынка, помощь в продвижении продукта, помощь в разработке сметы проекта, помощь в создании технического задания в написании, помощь в создании программ методики испытаний, помощь в разработке и доработке календарного плана, сметы, бизнес-плана. Да? Вот, соответственно, вот на такие аутсорсинговые услуги подряжают наших консультантов, экспертов решения Верной РФ. Я уже не говорю о том, что нас подряжают и есть у нас компании-партнеры, которые являются членами СРО, которые профессионально разрабатывают мастер-планы, проектно-сметную документацию, архитектурно-планировочные решения, сметы. Вот, соответственно, они уже по своим компетенциям, например, работают. Да? Мы с ними в паре работаем при создании проектов технопарков, промышленных парков, особо экономических зон, промышленных кластеров, технопарков в сфере высоких технологий, экотехнопарков, агробиотехнопарков, да, промышленных индустриальных парков, разные специализации, вот, в том числе продвижение этих инфраструктурных объектов на федеральном, региональном уровне и помощь в получении господдержки для девелоперских компаний, управляющих компаний и их резидентов. Обращайтесь к нашим экспертам за услугами под видео. Да, в принципе, вот и на видео есть данные сайта «Решение Верной РФ». Обращайтесь, подписывайтесь на наши ресурсы, на Рутуб-канал, Ютуб-канал, Телеграм-канал. Посещайте наш сайт, смотрите новости. Удачи вам в реализации ваших проектов. С вами был
консультант решения Верный РФ Сергей Маслехин. Удачи вам в реализации ваших проектов. И те, кто занимается беспилотниками, и те, кто занимается инфраструктурой, становятся резидентами там, особо экономических зон, кластеров, промышленных парков, обращайтесь, поможем, чем сможем. Экспертиза у нас богатая. Где-то с 2010-2011 года мы начали специализироваться на этой теме и опыт накопили достаточно большой. Мы держим руку на пульсе практически на всех мерах господдержки для бизнеса, разбираемся во многих аспектах. Жизнь заставила нас приобрести разные компетенции, несмотря на то, что начинали мы с финансово-экономической и маркетинговой. Да? Вот, соответственно, есть и юристы, есть и технические сотрудники, да, с техническими компетенциями.